За последние сутки в Магаданской области выявлено 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За весь период пандемии заболели 5806 магаданцев. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Колымы обследовано на COVID-19 107093 человека. С выздоровлением выписано 5110 колымчан. Роспотребнадзор информирует о том, что в общественных местах необходимо надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. После посещения мест с большим скоплением людей надо чаще мыть руки с мылом. Соблюдение этих мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.